Эстакада в Отрадном не ремонтировалась более 15 лет. В связи с этим она давно перестала соответствовать действующим нормативам по безопасности дорожного движения. В частности, по разделению транспортных потоков для избежания лобовых столкновений. В проекте данное требование учтено в полной мере. По осевой линии искусственного сооружения появится парапетное ограждение типа Нью-Джерси. Соответственно, тем самым будет решена проблема безопасности дорожного движения при проезде через данный путепровод. Глава муниципалитета проинспектировал ход ремонтных работ. Они ведутся в два этапа для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей. Дорожное движение перекрывается частично. Сейчас полным ходом идут работы по подготовке поверхности для устройства новой проезжей части. Демонтированы существующее мостовое полотно, асфальтобетонное покрытие и старые выравнивающие бетонные слои. Будет произведена очистка покрытия от пыли и грязи и устройство новой накладной железобетонной плиты проезжей части для того, чтобы распределить нагрузку от проезжающего транспорта. Также появятся новое металлическое барьерное и оцинкованное перильное ограждение, современные светодиодные светильники. В рамках проекта модернизируют и пешеходную зону. На тротуарах для пешеходов будет устроено покрытие из литого асфальтобетона толщиной 8 сантиметров с посыпкой черным щебнем, для того, чтобы обеспечить в зимний период времени противоскольжение. К декабрю ремонтные работы верхней части эстакады будут завершены, и проезжая часть начнет принимать поток автомобилей в полном объеме. Полная реконструкция эстакады намечена на третий квартал 2023 года. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».